Берлога почему-то оказалась не в лесу. В Москве, в гаражном кооперативе в Бирюлеве нашли медвежонка. Ему примерно 1,5 года. В боксе он сидит без еды и без воды. Где хозяева зверя? Отправился выяснять наш корреспондент Валентин Горшенин. Валь, я тебя приветствую. Скажи, ну хоть поесть, попить-то медвежонку дали. Ну и удалось найти концы этой истории вообще. Как он там оказался и будет ли его спасать кто-то теперь? Да, здравствуй, Элина. Ну вот за моей спиной в этом гаражном боксе за толстой металлической стеной находится медведь. Но вот по словам очевидцев, он попал сюда около 2 недель назад. И здесь и его, собственно, как-то спрашивал, покормили, но кормили его довольно плохо, потому что ему уже нужна помощь. На место были вызваны зоозащитники и полиция. Но вот сейчас мы ждем прибытия ветеринаров, которые должны будут отправить в питомник. Рядом со мной находится зоозащитник Анастасия. Сейчас мы узнаем у Анастасии, какое состояние медведя. Сейчас расскажите, пожалуйста. Добрый день. Я не имею ветеринарного образования, чтобы точно сказать, какое состояние медведя. Но медведь находится в душном помещении, в антисанитарных условиях. У медведя нет еды и воды. Какие-нибудь санкции будут применены к владельцу? Ну, очень надеюсь, что будет, помимо санкций, человек понесет наказание, и ему не вернут больше медведя. Спасибо большое. Ну вот, хочу добавить, что пока мы ждем ветеринаров, которые потом его отвезут в питомник, напомню, что случаев уже не первый, когда в Москве вот так вот просто хищные животные оказывались рядом с жилым массивом. Так в прошлом году от владельца сбежал леопард, но в тот момент, в том случае все закончилось хорошо, жертв не было. Но вот мы ждем, когда прибудут ветеринары, Элина. Бедный Мишка. Ну, Валь, ты держи нас, пожалуйста, в курсе. Очень хочется посмотреть на спасение этого медведя и убедиться, что с ним все будет хорошо. На прямой связи с нами из Бирюлева был Валентин Горшенин.